Хочу я очень поваром стать, разные блюда изобретать, пассировку, жарку, ваку изучать, жизнь солить, перчить и запихать. Пожалуйста, предъявите ваш аттестат. Я уже с белым поваром хотел стать, смотреть кулинарные чудеса. Запишите вот здесь, всего хорошего. Вот мой документ, мой аттестат, люблю компьютеры. Приемная комиссия здесь. Да, вы проходите, вы можете сесть. Как я вас, вы пришли поступать. Ну, вы знаете, очень хочется строителем стать. Я люблю строить, люблю создавать, но при необходимости умею ломать. Мой дед был строитель, и папа мой тоже. Дядя мой строитель, сосед мой Сережа. Мой братик играет в лего-конструктор. И друг мой строитель, правда, должность продукта. Ну, знаете, у нас строители все. Это правда, да? Бог есть! Бог есть! Здрасте, позвольте угадать, я смотрю, хозяйство пришло. Так вы славно вы приняли. Ну что, добро пожаловать на первый урок. Я расскажу, что вас ждет впереди. Добро пожаловать в учебные дни. Из вас получатся светлые умы. Забудьте всему, чему вас учили. Средние школы с растения болели. Мы обучим, научим профессии вас. Будет лопата. Ежедневно мы будем
Солдатик пусть поднимет руку! Ваша лишь один взять, главное название, ты теперь студент! Прямо в дрожь, когда я вижу, ты идешь, и это чувство незнакомо мне было. Но как мне выразить в словах, что чувствую я этот страх, и как же одному мне побороть его? Нас нет.